Уже более 20 лет в детской школе искусств номер 2 работает отделение художественной керамики. За это время юные керамисты много раз становились лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов декоративно-прикладного творчества. За высокие достижения на фестивалях и выставках воспитанников отмечали грантами города Сарова и премиями губернатора Нижегородской области. Этот богатый опыт работы этого отделения, наверное, позволяет нам проводить такого рода мероприятия, объединять людей, керамистов со всей Нижегородской области и даже России. Мастерству художника-керамиста ребят обучают опытные преподаватели, для которых это искусство стало частью жизни, и эту любовь они передают своим воспитанникам. Инна Мильхина считает, что Саров по праву на протяжении стольких лет принимает на своей территории мастеров керамики. У нас достаточно сильная керамика, мощная. Я считаю, что удивительно, что в таком небольшом городке так много керамики, так много керамистов, желающих заниматься керамикой. Интерьерная керамика, вазы, изразцы, декоративное панно – это далеко не полный перечень номинаций, в которых участники могут представить свои работы. В этом году фестиваль посвящен творчеству Пушкина, и работы по мотивам произведений великого классика будут оцениваться в специальной категории – там, на неведомых дорожках. Принять участие в фестивале может любой желающий. До 10 октября свои поделки из глины нужно принести в ДШИ номер 2 и заполнить заявку на участие. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.